Для председателя Всероссийской коллегии судей ММА Радмира Габдуллина это уже второй визит во Владивосток. Год назад он приезжал на Кубок России. В этот раз главная цель – посмотреть, как сегодня развивается смешанное боевое единоборство в столице Приморья. Он посетил ведущие клубы ММА Владивостока. Поездкой остался доволен. Я как боец обращаю внимание прежде всего на спортсменов. Если спортсмены довольны условиями, да, если судьи лицензированные, аттестованные работают, для меня это самое главное. Все идет очень хорошо, и я считаю, что ребятам хватает сил, терпения, энтузиазма. Для Приморья миксфайт – это достаточно молодой вид спорта. В крае он появился менее 2 лет назад, а сейчас уже даже своя федерация есть. В нее входят спортсмены из Владивостока, Находки и Уссурийска. Клубов открывается немало, то есть и есть кто тренирует ребята хорошие, есть много желающих тренироваться. Очень вырос уровень и выросло именно, ну, желающих много стало заниматься единоборством. Желающих заниматься смешанным боевым единоборством становится все больше. Только во Владивостоке сегодня около 10 клубов ММА. Приморские бойцы в соревнованиях регулярно показывают хорошие результаты. В начале этого месяца они участвовали в чемпионате Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству. Домой вернулись с наградами, 4 из которых высшей пробы. Спорт популяризируется с каждым днем, можно сказать так. То есть на разных уровнях проводим соревнования. Вот в конце июня будем проводить клубный турнир, это в рамках города. А осенью состоится второй Кубок России по смешанному боевому единоборству ММА. Местом проведения, как и в прошлом году, станет Владивосток. Дарья Орлова, Платон Волков, «Панорама».